Итак, всем привет, Олечки, ребята, и это выживание в Майнкрафте, и смотрите, как мне повезло, я сразу же нашел два отряда, но я их жажду убить, но я понимаю, что для меня это может оказаться смертельным, и я крыса. Хотя знаете что? Получай! Все, мое выживание сейчас оборвется. Надо бежать, вали. Сколько вас тут, блин? Вылететь и написать вашему папе. Если мы с ним записываемся. Блин, сколько тут плохих шей. Убил. Ой. Идите сюда, давай. Ну что вы мне сделаете? Боже мой, я халявный меч получил железный. И стрелы. Да, сикспак изменился. Боже мой, это так легко сели. На меня еще ездит. Сдохни. Я сказал, сдохни. Сколько тут опасных зверей? Миллиард. Но я падальщик истинный, и поэтому надо подбираться всеми. Боже мой, я себе кожаный нагрудник могу создать. Блин, это вообще хорошо. Ну просто это очень вкусно. Нет, просто это очень хорошо. Надеюсь, стрим, ну и точнее просто это видео, можно будет опубликовать, потому что я не подтвердил полностью свой аккаунт, поэтому я не могу длинное видео слишком. Да, у меня, например, удалился. Так, значит. Так, токи из-за КЦИ, также вертичок и уже 12 палочек. Халявный железный меч, кожаная куртка, куртка. Главное сейчас, чтобы меня не заскамила корова. Серьезно. Корова! Убил. Блин, кожа мне выпала. Вот черт. Почему я стрельну? Потому что это база майна. Получается! Иди ко мне сюда! Иди сюда! Иди ко мне сюда! Черепаха, самое опасное здесь животное. Что было, черепаха, это осилась. Вот я насказала. Лошадка, из нее тоже можно кожу добыть. Иди сюда. Надо быть поосторожнее. Давай 10 лошадиных сил. У меня целых 11. Иди сюда, лошадка. Иди сюда, давай, иди к папочке. Есть. Итак. Леша, вообще, как у тебя цель? Найти одинома? Да, как обычно. Я ее еще не проведу. Потом надо делать коротенькие видео. Да, и это 4 минуты. Поэтому я переметаю, как я дофига камня добуду, и может быть наткнусь на железо, тогда уже буду включать камеру. Пока! Кстати, пока я добыл камень, я наткнулся на них и решил их убить. И это мне не составило никакого труда одного убить. Но у меня сломался меч, поэтому вход пошел пистолет. Но пистолет был не промах. И у меня все начало лагать. Из него выпали стрелы. Я их подобрал. Я прошел дальше путь. Что я сказал? Немного понадобивал кожи, скрафтил кожаные поножи и продолжил путь. Я нашел уголь и решил его добыть. Ну что ж.
Не пропадать добру же. Думаю, одного угля мне все-таки хватит. А, нет, тут еще есть. Надо добыть. Я нашел железо. Па-па-па-па-па-па. Хорошо, а тут еще железо. Итак, думаю, мне пригодятся железные инструменты на всякий случай. Потому что вдруг мы не найдем водоем обычной бутылиной, а что, обычно не находим, и мы не сможем так добыть алмазы, и то шансы малы. Убитная руда? Нашел золото, продолжил путь. Нашел лазурит, но он мне не нужен. Также я нашел то, чем два крипера. Решил пострелять. Не получилось. Решил еще один раз. Опять не получилось. Да что ты несешь? В этот раз уже получилось. Убил еще одного крипера. Я сказала, убью. Думаю, столько угля хватит. Покрафтил факелу. Крафтил печки. Зачем две, я не знаю. Меня кто-то ударил. Это оказался паукан. Попробовал ближний бой. Что делать, короче говоря? Я еле-еле как его победил. Да ладно, шучу. Оказалось, у меня забит инвентарь. Я и решу его очистить. Вот, надо вот эти блоки взять. Просто под... Ой, не подставить, а поставить. Все, 4 места в инвентаре готово. Наконец-таки скрафтил железную кирку. Также забрал печку. Я сказал, подобрал печку. Подобрал верстак, понял, что у меня один слот как раз для алмаза, встретил вдалеке куча зомби, решил их расстрелять. Как обычно, ничего не получилось. Я встретил в пещере деревенского зомби, удивительно, хотя его шанс 5%. Ну, зато опыта много. Ну да. Я уже подумал, что мы сможем найти только глубинную. И мы нашли медные слитки. А, нет, это не важно. Ну, блин. Где алмазы? Будет только глубинная руда алмазов. Ну, блин. Да я хотел еще какие-то другие брусок, нормально. Джеки, тоже, конечно, прикольная довольно, да. Почему так сложно найти алмазы всего лишь какие-то? Нет, надо их добывать. Обычно? Нет, надо именно добыть, чтобы было интереснее. А у меня да, но... Таких, надеюсь, да. Вот источников есть. А у нас? Да. Как назло, они именно здесь. Обычно есть. Но... Боже мой, куда ведет эта дыра? Да. Не стоит. Мне нет. Потому что я стремлюсь к цели. Понимаешь, что цели? Стремлюсь. А, это. Пошли, я сейчас. Ладно. Перемотка. К сожалению, здесь пусто. Идите к папочке. Нет.